И всем здравствуйте! Сейчас я расскажу о таком очень популярном расширении «Скачать музыку в ВК». Данное расширение очень популярно, и оно подойдет точно для вас. Я гарантирую. Давайте расскажу, как же оно работает. Давайте сначала его скачаем и установим. Нажимаем. Устанавливаем данное расширение с Opera или с Chrome. Чем вы пользуетесь? Я Chrome, я нажимаю «Установить». С Яндекс Хрома. У меня браузер Хром. Яндекс. И перехожу на свою страницу ВК. Вот, кстати, она у меня. Открываю музыку. И вот какая-нибудь музыка. Вот, смотрим. И какая-то вот музыка вам понравилась, к примеру. Ну, вот, к примеру, это. Смотрите, вы нажимаете не правой кнопкой мыши, чтобы послушать музыку, а нажимаете... О, не левой, то есть, извините, а правой. При нажатии правой кнопкой, смотрите, сейчас что произойдет. Раз, и она пошла на скачивание. Смотрите, вот она у меня скачивается. Также, если вы хотите, к примеру, какую-то конкретную музыку найти, ну, к примеру, ну вот, Медуза, чисто так. Также, можно не запуская, сразу нажали правой кнопкой мыши, кликнули, началось скачивание. Дальше, смотрите, она работает даже, сейчас покажу, в плейлистах, сейчас покажу, вот, видите. Вот здесь также вот соус, например, нажали, раз, она скачалась. На вот этих она не работает, потому что это уже чисто биты идут. А вот именно на маленьких вот таких она спокойно работает, понимаете? Видите, правой кликаю, нет. А вот на этих спокойно. То есть вы здесь просто вбиваете музыку, какая вам будет интересна, и находите... И скачиваете. То есть музыка вам понравилась, нажали, скачали. Также бывает, если вот эта вот музыка вам раз, ну не понравилась. Удалили музыку. Если вам понравилась музыка, добавили ее к себе. Ну, думаю, все знают, как это делать. Не буду объяснять. Ну, в целом, расширение очень полезное. Мне понравилось. ВК приятно пользоваться, не нагружает. Она из разряда бестелесных, кстати, забыл сказать. Как вы можете видеть, оно нигде не отображается. Видите, у нее значок вот такой, но оно нигде не отображается. Она из разряда бестелесных. Вы его можете найти, сейчас покажу как. Вот сюда нажимаете. И ждем загрузку. Загрузилась. Сейчас спускаемся вниз, оно внизу всегда. Вот, пожалуйста, вот оно расширение, то, что оно включено, видите? Сейчас я выключаю расширение, то, что я показываю, что это точно оно. Обновляю страницу. И как вы можете видеть, больше я не могу скачивать. Включил, обновил и скачал. Как вы можете видеть. Вот так вот. Спасибо, что посмотрели мой видеоролик. Не забудьте подписаться на мой канал. Поставить палец вверх. Написать приятный комментарий. Положительный. И какой вы хотите. Если у вас возникнут вопросы, напишите. Поставьте колокольчик. И всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока!